Диана, мы в Сакартвело. Диана, ну, тихо, ролик начался. Какой вот это? Еба. Я просто начал рука. Аппараты, морды, это ты. Диду, угорай! Диана, что они сделали? Подожди. Шарик сразу. Отвечаю в шарике. Смотри! Интерактивный! Обнову на Грузию навернули. А тут все интерактивно. Может еще где-то прятаться? Тут точно 100, а не 500 тысяч, нахуй. А? Точно тут не 500 тысяч? Сидит, угорает, а у меня звук стримов. Так, мяу делай. Так. Лира. Бля, и чё, это... по-братски? Это пиздец. Чё, это реально пиздец. Я всю ночь не спала, ты меня на что послал, нахуй? У меня это, меня и так плавит, я ничего, слушай, не вижу, блядь. Я на Сакартвело, блядь, что я тебе сделал? Птичка летает, смотри. А ну нахуй. Бля, подожди, ну куда ты так быстро? Подожди, я хочу потыкать, а может что-то летает, блядь. В жопу тебе потыкай, нахуй. О, сломал! Бля, не Диду? Дай бог, надо на что-то нажать, чтобы кошку убить. Да! Я по-братски с ума сойду. Что, кто целует? Что? А, заспавнится. Кто целует, бля? Целуй мой экран, пока я онлайн, понял. Это сейчас вот эта птичка пролетела, сойду. Сука, блин. Бля, тут нет ничего. Опять целуй. Оп, я случайно, где? Посмотри, смотри, усы грузит. Суп так грузит. Картвели. Чё, я жопу ставлю, тут хотя бы одна кошка под вином или свином. Клянусь, блядь, клянусь, жопу ставлю. Это шапка должна быть еще. Да. Ебать, вот это мы играли с игру «Пять для детей мы», а потом на нахуй, ищи, только три нашли. Что, не угораешь? О, на этом, да. На горе. Не, на горе должен быть. Дебил. О. Мяу. Будем аккуратно спускаться. Бля, где-то тут, отвечаю, в церкви есть. До 100%. Опа. Ебать, испугавшийся. Корова. Бля, нажми. Тут еще как на... Да, корова еще там, смотри, справа, снизу. Я тоже думала, это кошка. А это барашки или что, Аня? Барашки? Это барашки? Бля, вот если нужно отодвинуть облако, чтобы увидеть кошку, я их в рот насру. Вот кошка. Мя. Вот здесь вот, отвечаю, смотри, вот этот куст, он на кошку пиздец похож. Да тут все, походу, как будто похоже на кошку. Я вижу в коробке кошку, внизу. Где? Справа. Внизу справа, еще правее. Вот, видишь, избушка, ага. Так. Где у нас еще может... Да ебаный рот, на нахуй. Бля, почему они такую еба... Это ты прикинь, сколько рисовали? Это вообще... Вот еще на вот, курсор направо, ага. А прикинь, они вот сделали это, а потом раскраску еще добавят и тоже. Теперь это не бесплатная игра, они теперь платные, блин. О, блин. Кит. О! Да! Кример. Куда улетела? Так подожди. Ебать, ты сейчас закомбинировал смех. Чем и прежим. Бля. Кстати, для тех, кто... Кому интересно, Джонни мне пишет. Да мы за 10 минут запишем. Ничего, что ты не спала. А, вот еще в этой, в сарае, смотри, рядом с церковью, слева, внизу. Выглядывай, вот, сарису. Да, такой, привет. Сейчас мы их давай под вином найдем. Бля, Колизей новый отстроили, что это? О. Это Батуми, кстати. Натуре? Да. Это как они тут? Телепортом новый создали? Не-не-не, смотри, тут это же не просто, это не Тбилиси, так вся Грузия. И там, типа, с Тбилиси есть места, с Батуми есть места, из других городов тоже, понял? Вот та вышка, на которой мы кота нашли, это Тбилиси, а вот это вот, то, что ты сейчас можешь, это Батуми. Лютый, по-моему, ответ убил. Вот, на этом, слева, вот и где птичка пролетела? Ага. Ты чё замолчал-то?
full focus словит. Я в муте! Я думаю, хуя молчит. Я говорю, ты сказала, это кабина мама. Я говорю, наверное, в кабине. Я думаю, что не поздравляю. Кто я поцелую? Опять. Я думаю, где-то на пляже есть. А прикинь, вот знаешь, если выдернуть эту рыбку, и там кошка за ней, слышишь, видишь, вот в воде. Бля. А ну, медуза. Звук медузы да. есть. На этом, на корабле сидит, на корабле. Тихо. Бля, ну они не такие уроды, да, наверное, чтобы это сделать так? Ну. Хотя... Не знаю. Вот сидит, блядь. Где еще? Вот еще на корабле, вот еще на яхте. На яхт. Личная яхта. Это личная яхта, да. На яхте, на яхте. В туфлях, в пакетом. Так, вот здесь. О! Да, вот, ага. Здесь где-то. По-любому, сука, с рыбы. В поезде сидит, выглядывает. А где поезд? А. Сверху. Так. А что звука, типа, едем, ладно, уезжаем отсюда. Так. Вижу кошку в кустах ниже, посмотри, ниже. Левее. Нет, еще. Да, это же кошка, да, кошка. Вот так, нах. Еще, смотри, стой. Так, где твой курсор, я его не вижу. Так, еще, ниже. Еще, бля. Ниже, да, подожди, ниже. Ниже нет, вот это. Не, подожди, просто смотри ниже, вот там, да. Бля, кошка. Я думал, это вот эта кошка, не. Бля, как они заныкали, это яйца чешет, блядь. Вон сидит, урод, вот вон еще один. Смотри, я твой курсор направляю. Ниже, левее, ниже. Ну куда ты так, вот. Вот. Посмотри, вот бля. Еще, вот прям где курсор. Мяу. Вот здесь сучка сидит. Половина осталась почти она. Охуеть. Это мы все еще грузили. Ой, еще вижу, стой. Подожди, левее. Вот на лестнице, вот прям слева. Ага, хорош. Ебать, посмотри, какая карландская. Капец. Блин, она там так сливается, охренеть. Это ужас, это пиздец. Мяу. Ага, мы половину прошли, но мы уже всю картину посмотрели. Нет, мы не посмотрели центр картины. А. Я вот так понял, аккуратно. Ой, блять, выключись. Подожди, стой. Направо. Еще правее, еще. И еще, да. Или патия, бля. Вот вино. Да. Вот еще одна сидит. Еще вижу. Левее. Чуть-чуть левее. Это же кошка справа. Наверх. Ебать! Вот эта тварь прям невозможная. Да. Бля, вот это, вот это, смотри, вот это вот. Смотри, нос, глаза, рот. Подожди, это не кошка. Нет, это вино, блин. Капец. Так, где-то здесь заныкан отвечаю. 100% где-то тут должно быть, потому что давно на этом периметре не было. Да. Вижу кошку наверх. Вот это? Направо, с правой стороны. Там же. Ага. Благо хвост выдал, блядь. Так. Благо хвост. Вижу еще наверх. Левее, ну налево сделай. Еще лево. Вообще лево, вообще в угол лево. Ага. Ага. На. Это что, кошка? Бля, они тут вообще усложнили жестко. Вот эта кошка. Тут прям капец. Бля, вот этот лабиринт зачем? Это вообще что такое? Виноградный. Так, вот здесь не было вообще кошки, где-то одна здесь есть. Да, 100%. Бля, вот бы обводить можно было там, знаешь, участки. Вижу! Где? Так, наверх. Чуть-чуть еще. Направо, прям направо ебашь. Направо. О, нет, вернись на середину прям. Ага, вот. Но вот здесь как будто нет одной. О! Уфу! Прикинь, заново. Сломали, нах. Вот здесь одна должна быть еще. Ладно, думаю, давай так. Думаю. Так, колесо. Сабин, мам есть? Вижу ниже. Сделай ниже. Вот это кошка прям лапку. Нет, не кошка. Ниже сделай, ниже. Направо.
Уехали. Так, вот здесь где-то в гребнях, блядь. Это водопад. Вот ты, ты вот смотришь на вот эту извилистую дорогу, у тебя нет флешбека по тому самому видосу, где скример в конце? Нет, есть кошка. Так, это что у нас? Кошка. Прикинь, замок открыли, там кошка выглядывает. А вот это, да, вот это кошка. А еще вижу кошку ниже, ага. Так. Подожди, еще вижу кошку вообще. Бля, у них у каждого имена, Диана, на каждой ачивке. Да? Я просто ачивки не вижу, вот. Георгий его зовут. И справа, справа. Бля, они грузинские имена, Диана, а что мы не смотрели? Знаешь, ну не знаю, называй каждое имя теперь. Сиури. Сиури. Бля, это, наверное, пиздец имена. Прикинь, там Джонни я было. Я еще вижу. Ниже, так. Подожди, стой, не сильно не дергай, я два кота вижу. Тихо. Направо. Чуть-чуть еще правее. Вот, и теперь Лаша. Наверх. Лаша. Наверх. Еще выше. У дерева прям, еще выше. У дерева сидит. Вот, у дерева. Каха. Бля, ну они тут каха. Бакарис хочет хрен, и все, пишу. Рарис! Александры. Да, это так мило, то, что они грузинские имена дали. Бля, жалко, мы не следили с самого начала. Давай по новой. Ата. Бля, слушай, мы начали нажимать, и все имена, которые мы этот, родственников, еще что-то. Так. Где еще? Сейчас мы, блядь. Опа. 4 еще осталось, как? Да. Подожди. О, вижу. А, наверх. Так. Еще чуть-чуть выше. Направо, стой. Курсором двигай. Направо. О. Кто это? Анзор. Кто это, блядь? Анзор, что непонятно? Анзора знаешь? Киви. Пак, знаешь? Киви. Мамука! Я надеюсь, тут Тато есть, пожалуйста. Я вижу, подожди. Там будет Ариэли, не будет Тато, Ариэли будет. Правее. Прям под деревом тоже сидит. Вот где у тебя курсор под деревом, Джонни? Махас. Еще вижу, право. Я не успеваю видеть, ты уже всех видишь. Не спит чел, говорит. Элизо. Рамас. Почему все мужские имена? Курам. Это первый, кстати, кот. Еще вижу. Направо. Ливан. Направо, Джонни. Право. Еще правее. Чуть, стой. Наверх. Курсором, бичо, курсором. Мака. Где? Глянь, ну 25 кошек, ну куда это столько? Да подожди. Там, мне кажется, правее еще будет. А мы нижнюю часть вот не эту посмотрели, да? Его, мама мия, да? Да, вот здесь. Сейчас. Ну, о! Я тоже вижу. Заза! Заза! Типичный грузин, блядь. Заза. Подожди, не дергай что-то картинку. Не дергай картинку, я троих. Этер. Еще двоих. Вот там, да. Гела. Еще ниже, вниз, лево, ага. Имеда. Это девочка. Ух, Энзела, ну Анжела, Энзела. Впервые слышу такое имя. Вот здесь где-то виноград, блять. 100%, кто-то спрятался в винограде. Звуки издает, блин. Пещ. Вот здесь. Ты можешь увеличить полностью картину? Да, отдали, как будто мы какой-то парт вообще не посмотрели, не кажется тебе? Вот здесь как будто еще есть. Вот знаешь, вот где есть? Mm. Вот видишь, вот дом, вот где у тебя курсор, рядом дом стоит, вот как будто там должно вот что-то это быть. Нет, слева, рядом. Да, учим. Вот тут как будто должно что-то, потому что тут вообще ничего нет. Блять, откр... О, нет. Мне кажется, еще поезд есть. Подожди, а ты можешь вот к
короче, не дергать, потому что у меня глаза плывут. Ты можешь вот, знаешь, зафризить на пару секунд. Вижу кота. Рядом с елкой, правее. Амброзий? Елка? Где елка ты увидела? Ну ты только что около елки нажал. Это елка? Джонни, слева елка стоит, бичок. А, да? Я вот так смотрю, думаю, говно какое-то. Вот пальма стоит, где ты елку увидел? Хотел забулить меня, что я не знаю, как это дерево называется. О, Этери. Этери. Это девочка. Девочка. Это Этери как полное имя Этернал, да? Этернал. Кстати, очень красивое имя, тебе не кажется? Да. Этери. Прям вообще крутое. Прям, ну, многие грузинские имена прям реально очень красиво и необычно звучат. Мне греческие прям нравятся. Как они боги. Ну? Самые главные боги Джонни Диана зовут. Нет, тут я что-то ничего не вижу. Ну-ка, левее, давай дальше. Подожди, это самая левая картинка? Да. Уперся. Подожди, ну подожди, вот тут как будто еще что-то должно быть. Вот я смотрю, о! Да. Маквала. Маквала. Пахлава, блядь, не знаю, Маквала. Сейчас в чате пишет, блядь, ты чё, охуел? В смысле? Меня так зовут в честь моего папы, папу моего, в честь моего дяди. Дяди. Короче. Диана, это пиздец, 16 кошек, нахуй. Какие 16 кошек, а мама? Ты да. Вот здесь, по-любому есть. 100%. Нет, не, сейф надо открыть эту всю. Сейф. Сейф! Сейф! Я не знаю, откуда это. Не знаешь? Mm-mm. Донг? А, я, ну, я просто слышал, что его этот... хайпят, но я не знаю, кто это. Дотер, да? Кайсер. Да? Да. Не, он же дотер. Кайсер. Ладно. Может, о, подсказку вижу, возьмем? Вижу, вижу, нет. Где? Нет, прям ниже. Грустит, блядь. Абел. Это что, Викинг? Да, да, я тоже подумал. Вот он сидит, блядь. Потому что уже Мандей, блядь, а не Викинг. Ну что ты мычишь, блядь? Вот это не кошка. А, Коля, это кошка с клубочком. Наверх. Скуф? С клубочком. Вот, ну вот на клубе, ниже. Вот. Ебать. Бадур. Балдур, блядь. Балдур, извини. Это, кстати, грузинский разработчик. Что тут? Что это за звук, блядь? А, это бассейн, блядь. Как достать соседа, играем? Хотап там был. Котак. Вот, подожди, останови, просто дай мне посмотреть на все. Дай мне посмотреть. Подойди сюда, голенькая, дай мне посмотреть. Давай одну подсказку возьмем, просто посмотри, как она работает. Как она работает, как она работает. Ара! Ты чё? Вспомнил, что автогол будет, если что скажешь. И что тебе подсказка дала, блядь? Вот в этой зоне есть код. Я уже забыла, какая область. Вот это, дорога. Там еще выше было, ты что, угораешь, блядь? Угораю. Там еще выше показывало на этот... Блин, вот это вот, чё там торчит? Где? Вот я не понимаю. А, вот это? Не-не-не, три раза смотрю, не могу понять. Еще выше, еще выше, еще выше. Еще выше. Вот это, что торчит, блядь? Дерево, ну ветка. Или хуй знает, что это? Я думала, может, знаешь, типа как страус головой закатался вниз. Бля, это ужас было бы, если какой-то разработчик придумал одного кота так спрятать и назвал бы его Джонни. Подожди. Рари, Диана, где? Или он уже готового кота мне тут показал? Не знаю, прикинься реально. А, стоп, а он не мог? У нас 14 было? Я не знаю. Ты хочешь сказать, что он сам отметил? А, я подумал. Вот он показывает где-то еще ниже, видишь, низ показывает. Он просто Арео выбрал. Вижу, это что, это кот это или тряпка, блядь, висит на окне? Братски, я не знаю. Ниже, Давид. Посмотри, прям в самый низ. Я и вот это, Диана, Давид не могу. У меня флешбеки, что я в степи уехал. Это Давид Ар... что-то там, блядь, это улица. Ты
Вот это там тряпка висит на... А, я вижу! Где? Я точно кота вижу. Вниз, 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 вниз. Еще правее. Мяу. Демна, Демна, ебать реально имена грузинские? Демна. Этна, блядь. Текна из Викс. Да, да. Текна или, по-моему, Текла тоже есть такое имя. Мокла есть? У меня одноклассница была. У меня мама. У меня, знаешь, какая фамилия была? Убилава. Убилава. Фамилия Убилава. Убилава, реально. Блять! Он пиздит, мне кажется. Кто пиздит? Разраб, вот это своим фонариком, блядь. Да не трожь ты этот фонарик свой. Все без подсказок. Ты что? Бот нахуй! Ну, блядь, ты видишь, что? Что это, Диана? Ну слушай, 12 осталось, успокойся, ну? А как мы дух нашли? Не знаю. Так мы нашли же, вот на. Там ты нашел, и я тебе показал. А, давай на дорогу вернемся. Зачем? Зачем? Да потому что, чтобы тыкнуть. Где дорога уже? Дорогу найти. На ГГ. Подожди, вот там. Бля, куст отодвинуть и найти кошку, я их рот выебу. Что это за лес? Лес рук. Это Мтацминда, бичо. Что? Мтацминда в Тбилиси. Что это такое? Святая гора. Ну, парк, где вот это находится, где колесо вот это все вот это. Это мы там были, да? Да. Вот эта вышка, ты не помнишь вот это? Помню. Вот это на Мтацминда находится. Может, в машине кот? А может, в багажнике, нахуй? Сучка, ты посмотри. Бля, если там кот был. Слышала? Нет. Что было? Задрифтовал там, блядь. Бля, слушай, ну ты тоже говоришь, разрабы, блядь. Еще думаешь, ты машину подвинешь, а мертвая кошка под колесами будет или что? Нет, ну там машина стояла, там уже за листиком, блядь. Прикрывается. Тут нету кошки! Это что? Бля, еще, сука, подожди. Знаешь, еще такая, вот это, рисовка, как будто вот все, кот, блядь. Блядская рисовка, вот что тебе могу сказать. Не, охуенная. Ну, просто кажется, ну, хорошо, что все котовня. Поехал. Котовня. Котовня. Поехал. Тогда вот так. Подожди. Вот так нихуя нет, вот так нихуя да нет. Да почему ты уверен, что оно на дороге, блядь? Оно показывало еще сверху, Питя! Получается, кот в городе, да? В городе! Оно вот тут тоже показывало рядом с этим. Вот это прям суп-то кошка. Вот это как будто кошка, да. Но она не тыкается, блядь. Может, колесо раскрутить надо? А! Мзия! Мзия... Так, где там еще было? Бля, вот это по-любому. Нашли Мзию. Так. Вот тут как будто, да, я тоже смотрю, вот как будто тут тоже даже что-то будет, нет? Это кто, сосед или чайник, блядь, или птичка вообще? Додо пицца. Вижу кошта, вижу. Направо. Где? Направо. Тенгиз. Бля, подожди, я хочу потом все грузинские написать. Просто останови. Остановить. Ну нету тут кошки. Ну молчи. Нет тишину, ее. Тишину. Тихо. Чуть-чуть повыше сделай. Просто посмотри. Как тебе чуть-чуть? Да ёпта. Отсюда найдем вообще. Давай. Челлендж без зума. Без зуба. Вот на столике. Нас ну не на. Бля, как же у меня булит. Нахуй, завали ебало нахуй. Сука, заебало. Говорю слово, он мне 5 нахуй в ответ, блядь. Это вот так вот, блядь. Чтобы не расслаблялось. Профилактически, блядь. Пиздец. Рыба отвечает где-то хам. Со столиками 100% должна быть. Ну он уже выпил, смотри на его морду, блядь. Ну это рядом алкаш-бомж, блядь. До остатки доедает. Бомжарик.
Эй, бургеры. Бургер? А! Что? Ты съел бургер? Да. Вкусно? Нет. Он остался, блядь. Бля, сучка, земля круглая, бля. Это пиздец, дядя. 10 котаков, нахуй. Бля, все, кто смотрит этот ролик и увидели кота, которого мы пропустили, пожалуйста, прошу вас из будущего телепатически мне прямо сейчас передайте. Телепортируйтесь вот так вот. Вот там, там, там. Тихо, тихо, вот я покажу. Просто покажите нам этих 10 котов, я по-братски. 10? Ау, бля. Сагрород, бичо. Вон забор, блядь. Вторники. Вторники. Вторники, блядь. Во вторнике. Да все, не из-за подсказки, слабость, ебаная, блядь. Ты охуеть, ты нажала, блядь, что я сразу слабость. Охуеть, я еще виноват, блядь. Пиздец. Подожди, вниз на промотай и останови. Просто останови. Стой, ну не подожди, так! Тихо, 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 тихо. Вижу кота, блядь, он очевидно сидит. Алло, на ку-ку этой хуйне. На ку-ку, вот он, я уже ткнул. Да не, право, блядь, дебилая. Нахуй, право, знаешь где? О. Руска. Он. Такой пантик маленький сидит, блядь. А может, Раска? Раска, иди Раска. Может, с воды вот так? Серфер. Серфер? Угу. Думаешь? Так, вот здесь. Вот это что такое? Не. Мне кажется, пониже где-то там будет. Ну ты, бля, как он мотается? Вот здесь, как... вот здесь, вот здесь, вот здесь. В хинкалях спрятался, может, где-то? А это с бараниной или ще? Это с Сабининой мамой. Да ну нах. Подожди, вот я смотрю. Здании, вот тут ничего слева? Нет. Точно. Подожди, да вообще вот тут, как будто. Здесь мы ткнули. Тут... Ну посмотри, сколько тут места еще. Как тут нет. Ничего. Бля, прикинь, вот здесь за пальмой бледина спряталась. Сто пудов, бля. Вот. О! Лали. Лали, 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 бом, лали, лали, лали. В воде вроде... Не, на пляже должен быть, сука. Сидеть, лежать, блядь, дрочить, шабить, не знаю, что делать. На пляжу? Вон, блядь, его когда-то задавили. Help! Вот так вот ручку. Help! Сдулся. Ты думал, что я сдулся? Думал, что я все... Второго тоже как дела. Еду? Въебался. Припарковал, бля. Ну и кто платить будет? Ломай, ломай яхту, мы же миллионеры. Мы еще... Подожди, подожди, направо. Сделай направо. Что ты тут хочешь? Подож... Вот здесь? Слушай, подожди, куда ты мотаешь? Говоришь, право, что, право чуть-чуть... делаю. Ну, чуть-чуть налево сделай и дай мне посмотреть. Подожди, дай мне посмотреть. Да нет, тут ничего, вот они подряд тут не будет. Подожди, вот это... Ну нет, не кошка. Блядь. Тихо, тихо, тихо. Да подряд тоже давай были ресторан, кошки. Ресторан, вот, смотри, ресторан, видишь, ресторан. Вот видишь, тут рядом две кошки, что ты пьешь? Где рядом? Вот, вот, рядом. Но кошки, это, хорошо, это блядь, этих вот уже это нашли. Вообще, мы этих вот уже нашли. Близко. Да может быть рядом, что ты гонишь? Нах? Ну они уже, ну, разработчики не тупой же, блядь. Вот здесь отвечаю. Сто пудов, блядь. Мы вот это вообще не смотрели. Что здесь? Вижу, так? Вижу, вижу. Сейчас сам найду, сейчас, подожди, сейчас сам. Сам. Он жирный. Я на себя ткнуть не могу, бля, Диана. Аж солжальчик прям. Да наверх, ну подсделай. Сейчас. Я его забыл. Абрам. Абрам, может быть. Бля, вот ты реально ударение. Каждое имя перековеркал, нахуй. Амиран. Амиран надо было сказать. Да. Амирин. 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 Амирит. Так, ресторанчик мы помним? Да тут но нет, не ткнули. Да нету ничего тут. Как это подсказка была? Чего ты? Ты ебанутый? Диана, подсказку мы юзали на ресторан. Ты ебанутый? Я юзану сейчас. Ты юзай. А чё у него сейчас пропало, блядь?
Мы ресторан тыкали, там была ты подсказка. Больной, ты было, больной. Было, было. Ты больной. Было, было, сам было. Себе, сам себе придумал. Было, нет, было. Тайм-код скиньте в чат. В чат. Вардо. Нихуя себе. Четыре кота, блядь. Четыре кота! Охуеть, ты Курген. Не Курген, Буркон, блядь. Я отсюда найду, смотри, безумно. Вот здесь будет. Ща. Побулькать. Бля, прикинь, спрятался. Как призумил. Давай потенциально. Вот потенциально вот здесь место. Пустое оно, пиздец. Да тут даже подсказки не было, ты еще гонишь. Сука. Байтит всю подсказку. Ну нет, бля, не слабость ебаная, бля, как ты. При этом пять раз уже до этого нажал. Это ты нажала, бля. Давай, загаслайте меня, токсика. Что такое? Ох, блядь. Манипулятор. Еще какие слова. Вот тут точно, подожди, вот тут точно должно быть. Вот здесь снизу, вот здесь? Да, 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 как будто вот тут. Да, 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 да. Ау, бля, как он заебал это делать. Вот тебе не кажется, подожди, наверх помотай, наверх. Так. Вот, вот видишь, рядом с этой вышкой гора огромная. Вот смотри, это. Там всего три кота. И что, ты думаешь, еще заныкали? Как будто еще один может быть. Да? А может, они сначала всех снизу раскидали, а сверху этот. Дебилы, блядь. Ну, смотри, снизу, по сути, много их. Ну, да. Может, здесь где-то есть еще один есть. В туннеле, может быть, спрятался. Выходи! И чё, выходи! Корм дам. С вином? Хочешь? Бля, давай хотя бы зону пусть покажет. Ну вот так. Подожди, а вот так... Презумит? Презумит. Так мы тут смотрели, вот он. Все, откнул. Почему не реагирует? Подожди, вот не двигай, просто смотри и ищи, ничего подожди. Не двигай. Надо вот этот интерфейс мешать немного вот так. Ну был бы я кошкой, блядь, где бы я заныкался? Уже заняли, мне, блядь. Мне вот кажется, но я не могу понять. Вот вниз посмотри, внизу вот там, где как будто мозаика. Тамаз, блядь. Таманский дьявол. Таманский дьявол. Этого Берьера села. Я тебе говорю, все от Грузии пошло. От начала мира, начало всех историй, всех фильмов, всех игр. Все с Грузии, понимаешь? Baldur's Gate. Тазманский дьявол. Вижу кота в коробке. Рядом с елкой справа. Какая опять елку нашла? Ну елку видишь, блядь, ты. Вот коробка. Справа, видишь, еще коробка есть. На тебя. И ластовый в саду, блядь, ебу. Ну это дорога, сад. Я тебе говорила, что ты зря смотрел эту дорогу, блядь. А, бля, а, бля. Это Мурат, когда я Мурат угасил. Чё сказал? Сам понял, блядь. Чё сказал? Вот так-то. Вот в этом я все нашла, мы, в этом я все. Нашла, я нашла, а я нашла, давай. А я нашла. Не, а ты со мной. Хорошо. Иди, вообще. А я вижу его. А вижу, сидит он такой. Да он лежит, да, не блин. Или может стоит, не знаю. Сука. Хе-хе-хе, ой. Так. Он может быть и здесь даже. Сидит такой. Маленький такой, опять такой, я тут, меня как-то там зовут, скажите мне мое имя. Имя, блядь, сейчас. Имя, любимое мое. Бля, где кот? Я вижу, ебать, он пиздец там заныкался, я тебе в натуре? Отвечаю. Сейчас, прикинь, я пизжу, оказывается, ты не кошка вообще. Вот это ты нажимаешь. Не. Не. Не, так. Это 100% кошка. Но он там заныкался, пизду. В натуре, блядь. Я тебе клянусь.
Бля, где этот... Отар. Отар. Стреляют! Салюты! Ууу!